Всем привет, всем доброго времени суток. Уложила, покормила Ванечку, так что он спит, лежит. А я тем временем хочу вернуться в спорт. Переоделась в спортивную одежду, разложила свой коврик, достала свои веса. Вот по килограммчику буду сейчас делать упражнения. И также у меня еще есть резинки. Вот тоже делать различные упражнения. Я хочу сейчас на ютубе набрать упражнения для кормящих, что можно делать после восстановления после родов, и начну тренировки. Сегодня будет первое. Ваня вернулся с работы. Всем привет. Будем обедать. Да, я приготовила лосось на гриле и овощи в духовке. Так что у нас сейчас обед. Всем приятного аппетита. Ванечка уже пообедал, лежит, рассматривает игрушечки. А, и Пусяша там. Пусечка, я тебя забыла снять, иди ко мне, я тебя засниму, нашу красавицу. Так, а мы приехали забирать мою машину. На улице такая классная погода, тепло так. Лето. Потеплело наконец-то. Я взяла, конечно, с собой жакет, на всякий случай, потому что в тенечке как-то попрохладнее. А так? Так очень даже тепло. Я соскучился. Кайфово как. Ну, сейчас все равно погода очень обманчивая. В тенечке довольно прохладно. Можно просто с легкостью заболеть. Поэтому лучше с собой иметь какую-то кофту с длинным рукавом. Особенно вечером. Потому что я утром на мопеде езжу и... прохладно. Прохладненько, да? Да. Кстати, смотрите, какие у меня кудри. Это я сделала своим стайлером от Dyson. Очень быстро, классно. Волосы такие мягкие. Пахнут так приятно. В общем, я очень-очень довольна. А Ванечка уснул. Всю дорогу разглядывал животных на этой игрушечке. Классно мне эта игрушка, очень нравится. Тут зеркальце такое. Супер. А где-то шелестит, да? Да. Красота. Я очки забыл. А я нет. Ужасно так. Я не забыла очечки. Так ходить. Вот, я тут думала, что машину не сделают к концу этой недели. Я думала, она подольше будет стоять, но нам уже сегодня позвонили, что машина готова. Я такая, ура! Приехали забирать мою тачу. Еще хочу приклеить наклейку. Ты взяла? Да. Которую мне Надя подарила. Потом покажу вам. Вот. Что Ваня не хочет ее на свою машину клеить, а я на свою хочу. Так что, ой, как классно. Кто это у нас тут идет в спортзал? Я все-таки выбрался до спортзала, добрался. Сейчас пойду. Забрали машину. Катя поехала в торговый центр. Она, наверное, тоже сейчас параллельно снимает. И я иду сейчас в спортзал. Занимаюсь совсем немного. Смотрите, с этой стороны, кстати, тучи. А с другой стороны солнышко. Небо ясненькое. Я, кстати, уже проголодался. Я ел в 3 часа, а время уже почти 9. Без 15 9. Или 8:30. Ну, короче, время есть. Так, ребят, просто из-за этих волосинок, волосиков на нашей камере, не видно, снимаю я или нет. Мы уже забрали машину. Я съездила в торговый центр, купила все продукты для... плова сегодня на ужин, дело в том, что приедут сегодня мои родители. И вот на ужин буду готовить вкусный плов. Поэтому нужно было купить курицу. Мы, кстати, плов готовим на курице. Купила курицу, рис, морковку. И так как они уже через 2-3 часа приедут, вот, то
А мы с Ваней голодные. Ваня, кстати, сейчас на тренировке. Я заехала, купила еще бутерброды с авокадо и лососем. Сейчас мы попьем кофе с бутербродами, и я начну готовить этот плов. Ванечка спит, всю дорогу спал. Вообще круто. Так что я сейчас буду загружаться. Машина вот. И сейчас вам покажу наклеечку, которую я обещала показать, но так и не показала. Сейчас. Так. Скажите, что за фигня? Почему опять пошел дождь? Не знаю, его особо не видно, он такой мелкий. Ну вот, по машине видно. Видите? Короче, блин, я только обрадовался, что налаживается погода. Нифига не налаживается. Тут, кстати, парковка такая не очень. От магазина и рядом, короче. Вот так вот это все выглядит. Смотрите, как грязно. Жесть. Жесть. Все, я еду домой. В общем, вот эта штучка. Осталось только ее приклеить. Но я припаркуюсь уже возле дома и приклею эту штучку. Вот, ну что, поехали домой. Ну, как-то уже кушать хочется. И вот бутербродики. Жакет я так и не надела, потому что так тепло. Ванек пристегнут. В зеркале его видно. Так что поехали. Поверну и поеду, хотя, ладно, поеду сюда. Тут тоже был выезд, но я на том выезде еще ни разу не выезжала, поэтому я не знаю, куда выходит эта дорога. Обалдеть, прикольненько. Я в дождь еще никогда не ездила. Так, даже немножечко как-то. Впервой все это дело. Такой вот у нас крутой месяц май. Дождь и первый день тепла. Точнее, первый день тепла и пошел дождь. Обалдеть. Ванечка уже потихоньку начинает просыпаться. Но мне осталось ехать буквально 2 минуты. В паркинге паркует машину свою Ваня. Потому что, ну, она новая. Ну и, в общем, у нас всего одно место. В общем, надо сейчас позвонить, попросить, чтобы Ваня это спустился. Если он уже дома, скорее всего, он уже дома. И помог мне все занести, потому что дождь. Смотрите, кто у нас едет. Вход там. Катя съехала аж тут. Она меня не увидела. Смотрите, едет, смотрит, где наш вход. И четко припарковалась около входа. Не, ну что, крутая? Крутая. Интересно, заметит меня или нет. Я просто здесь вышел, потому что дождик, чтобы помочь Кате коляску достать и все остальное. Особо не намокло. Подведу к ней. Да, я тут с зонтиком вас встретил. Ух ты, какой закат, смотри. Вау, какой розовый. Ой, я тебе помочь пришел. Держи зонтик. Давай.
Как вы погуляли? Отлично. Отлично? Да, очень быстро время. Блин, как круто. Смотри, так бликует на полу. Супер. Ага. Ну что, ребята, мы уже дома. Плов готов. Не буду его открывать. Он должен там настояться. Так что, да, ждет гостей пловчик. Очень вкусный, надеюсь, получился. Вот, а мы пока не приехали гости. Посмотрим Comedy Battle. Вот, и Ванечку уложили спать. Ванек спит. Можно посмотреть телек. Все, давай, включай. Так, ну что, ребятки, все. Мы поужинали и теперь отправляемся спать, потому что уже поздно, час ночи. И всем, в общем, спокойной. Ой! Всем спокойной ночи. И всем.